Вот такую соду я использую. Сода пищевая. Пошел в магазин, вот ГОСТ, МОСТ и купил. Все. Вода закипела, крутой кипяток, соду погасили. Кипяток пить нельзя, обожжешься. Разбавляем. Разбавили. Перемешиваю холодную воду с кипятком. Получается такая теплая вода. Несколько неприятная на вкус. Но тем не менее пить можно. Вот я ее пью. Натощак. Встал. Проснулся. И сделал. Натощак. Пью раз в день и больше никогда не пью с утра. Пошла горячая вода через желудок, чувствую прогрев, нагрев. После приема соды примерно через 30-40 минут меня прослабляет. Поэтому далеко не ухожу от дома. Есть начинаю минут через 15 после того, как я выпью. Вот и все, что касается моего приема соды. Как говорят немцы, гутый шмек. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!